Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Один человек получил тяжелые травмы в результате ДТП в Яранском районе. Там столкнулись «Лада» 12-й модели и «КамАЗ» с прицепом. Все подробности смотрите в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла вечером в четверг на 167-м километре трассы «Вятка». 37-летний водитель ВАЗа 12-й модели выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом. Легковой автомобиль получил значительные повреждения. Водитель «Лады» сильно пострадал, его госпитализировали. Криминальным способом решил раздобыть себе деньги на билет до дома житель Нолинского района на улице Свободы в Кирове. 18-летний молодой человек в маске зашел с ножом в магазин и потребовал от продавца деньги. Нападавшего позднее задержали в Нолинском районе. Судим ранее? Нет. С какой целью на магазин напал? Целью хищения денежных средств. Какие-либо другие преступления совершал? Нет. На территории города Кирова? Сейчас подозреваемый находится под стражей. За попытку разбоя ему грозит до 10 лет тюрьмы. В Фудосиновском районе по обвинению в двойном убийстве арестована местная жительница Ольга Жирихина. 9 мая, в День Победы, она была в гостях и ножом зарезала хозяев дома, 35-летнего Вячеслава Волкова и 36-летнюю Галину Вологдину. Потерпевшие скончались на месте, обвиняемая скрылась с места преступления и уничтожила следы. После произошедшего женщина попыталась скрыть следы преступления. Часть одежды, в которой находилась она и ее мать, она постирала, часть сожгла. Предполагаемое орудие убийства – нож закопала. Однако данные доказательства были обнаружены и изъяты. Обвиняемой грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. В суде будут учтены две ее прежние судимости за убийство.